Экстра Ава, с вами Юлик, и у Эрика Нейтрона новый клип, и сейчас мы сделаем на него реакцию, но перед этим я хочу спросить вас, ладно, я не могу так долго делать, потому что я пока еще не сошел с ума, хотел спросить, где самые лучшие ставки, выигрыши, и вообще, кто самый клевый букмекер, кто мне скажет, я сам вам скажу, самый лучший букмекер это 1xbet, и ссылочка на него находится в описании, а теперь давайте смотреть, я на самом деле очень давно ждал, чтобы у него вышел новый клип, потому что... Мне не похуй на это. На большинство вещей, о которых я говорю, мне похуй. На Эрика Нейтрона мне не похуй. Это меня действительно развлекает. I said, empty your mind. Be formless. Клип начинается с цитаты Брюса Ли, где он говорит: освободите свое сознание, будьте бесформенными. Но судя по тому, что делает и говорит Ли Кей, судя по контенту канала ТОП-5 ДАЙ-5, кажется, что Ли Кей не освобождает свое сознание, а наоборот его чем-то загружает. Но, как говорит Кадавр, это только мое мнение, я никому ничего не доказываю, не пытаюсь доказать, я вообще петух и ничего не понимаю. Давайте смотреть дальше. Газ. Сразу видно, что клип отличается. Нет буйства красок, нет никаких цветов. Это вообще церковь Лиге. То есть Эрик Нейтрон, остановись, не делай этого. Ни для Соколовского, ни для Данилы Поперечного это ничем хорошим не кончилось. Надеюсь, что после съемок Эрик Нейтрон ни в коем случае не Лике, а именно Эрик Нейтрон дал хотя бы оплеуху оператору за вот такие вот проезды. Мы будем цепляться до каждой фразы в этом клипе? Я не знаю, буду ли я, стоит ли. Время душит кисти, мое счастье в небытие, как я это понимаю. Видимо, Эрик Нейтрон говорит о том, что время ограничено, это давит, возможно, мое счастье в небытие. Это либо состояние наркотического опьянения, либо сон, либо состояние до-после смерти, небытие. Нет, это скучно, давайте просто доебываться до клипа. Да, именно, но с помощью этих паспортных чисел ты можешь как-то существовать в пространстве. И вы сбрасывают листья, чтобы вновь их распустить. Эти паспортные числа только выдумки людей. Покупать билеты, получать зарплату, платить налоги. Жениться, выходить замуж. У Ларина тоже есть паспорт, Эрик Нейтрон. У вас отличная компания, без паспорта ничего не выйдет. Обнимаю свои мысли, разум сотканный. Просто вот каша пошла. Я рад, что в клипе от предыдущего творчества осталось хотя бы газ. Это вообще не похоже на то, что было, и я этим недоволен. Я считаю, я самый главный фанат Эрика Нейтрона, самый преданный фанат, но это не Эрик Нейтрон, это Ли Кей. Это, сука, Ли Кей. Он просто обманул нас этим клипом. Он обманывает. Я вижу тут Ли Кей, а не Эрика Нейтрона. Время душит кисти, мое счастье в небытие. И вы сбрасывают листья, чтобы вновь их распустить. Эти паспортные числа только выдумки людей. Очень динамичная картинка. Видимо, должна была быть за счет того, что камера крутится. Но в кадре не происходит ровным счетом ничего. Эрик Нейтрон, а как оказалось, Ли Кей. В этом клипе повторяет одно и то же, камера крутится, локация не меняется. 300 тысяч на запястье. Я там вижу 4 пары часов. Это где-то 75 тысяч за каждую пару часов. Он, видимо, не нашел часы за 300 тысяч и решил такой, да похуй, куплю 4 штуки. Ничего не значит, мне важнее то, что эти руки, как и прежде, тащат. Они тащат тебя в могилу, в забытие. Сколько просмотров у этого клипа? 108 тысяч за 3 дня. Это обидно. Эрик Нейтрон заслуживает большего. Ли Кей, это личное обращение. Пожалуйста, оставь канал Эрика Нейтрона. Пусть Эрик Нейтрон творит без Ли Кея. Я врываюсь в приключения, а логичны мои схемы. Я как ангел Рафаэля. Текст, рифм, рифм. Мне интересно вообще никак, ничего. Ли Кей, если ты хочешь поразить нас этими мыслями, о которых все, конечно, думают, то это нужно делать... с другой подачей, а не просто типа, о, это подходит в рифму, поставлю. О, это подходит в рифму, поставлю. Нет, я, конечно, не рэпер, не критик. Какое право я имею? Никакого. Но это мой канал. Говорю, что хочу.
Не согласны, вызовите меня на бой. Только не на Версус, а реально, бля, попиздимся. Я бросил попытки все поиска истины в реальности глупых людей. Минуточку. Видимо, Ликей не человек. Это короткая фраза, ее, возможно, ну, кто-то не обратит внимания, но она такая надменная. Послушаем еще раз. Я бросил попытки все поиска истины в реальности глупых людей. В реальности глупых людей. Ликей, ты тоже человек вообще-то. Я сам углупел в тот момент, когда понял незнание, верный мой свет. Я хотел бы в момент, обнулившись природой, и уйти в мир чистых идей. О, вот это он про смерть говорит. Вот тут нужно быть аккуратным, чтобы ни его, ни мой ролик не заблокировали. Не хочу ни судить, ни желаю хвалить. Я мечтаю растаять, как снег. Да ты... Подожди, сколько? Лет 30-40 и... Все будет. Я так много упустил, остались в прошлом имена. Тут только можно погрустить, но не жалею никогда. Ну это просто тоже бессмысленный текст, в пизду. Зачем я это делаю? Время душит кисти, мое счастье в небытие. И высбрасывают листья, чтобы вновь их распустить. Эти паспортные числа только выдумки людей. А зачем было еще раз снимать? Просто вы вернулись вот именно на ту же точку. Тем же словам, к припеву, и делайте абсолютно то же самое. Ты мог просто взять первую часть клипа и вставить ее еще раз, если уж ты решил не заморачиваться. Я, конечно, вам целиком клип не показываю, потому что если показываете его целиком, вы подумаете, что я вас наебываю и просто удлиняю хронометраж, повторяя одни и те же куски. Сколько можно растворяться в ценностях других? Пусть будет очень сложно мне, но я хочу прожить свои... Напомню, что я недоволен тем, что клип снял не Эрик Нейтрон, а Ликей. И они для меня очень сильно различаются. Вот этот нравоучительный тон, вот эта попытка, я скажу, поставить себя выше остальных и все эти мысли, якобы новаторские идеи, то, о чем он поет, это... И пусть презрением эти люди меня осуждают, но я вопрошаю, будто Чацкий у вас всех осуди, кто нееу. Ну хоть что-то веселое. Им под лицом. Никто не посмеет разрушить волшебный мой город, я встану горой. Вот это очень крутой кадр был, и он был бы еще круче, если бы его снимал настоящий оператор, а не друг Ликея, видимо, и сделал хороший цветокор. Мы дети, они счастливы, ведь они не родились на свет. Сновидения так прекрасны вы, лучше мира попросту нет. Блять, это какая-то шизофазия. Местами это шизофазия, местами просто простейшие мысли размазаны. Просто залитые водой, это невозможно смотреть и слушать. Я устал на полторы минуты, сейчас 2:48, и я не собираюсь досматривать этот клип. Это плохо, это вот прям реально плохо. Я не хочу как бы наставлять вас против этого клипа. Я надеюсь, что если он вам понравится, вы поставите лайк. И всячески отзываю вас от того, чтобы ставить дизлайк, но я прям расстроен. Это какашка. Что в итоге? У Ликея часов на 300 тысяч, он прозрел, он льет воду в треки. Он захватил канал Эрика Нейтрона, что самое обидное. Вот так вот. Грустно, неприятно. Да, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Юлик. Всем пока.